Мы запишем, как шиша в клетке живет. Торопись. Так вот немножко светит солнце. Вот, надеюсь, его видно. Да, видно. Надеюсь, он не сильно будет. Что-то он спрятался в домике, видите? Вот, посмотрим, сколько он. Наверное, сейчас пойдет нюхать камеру. Давай, иди нюхай. Шиша. Какой он же тоже. Это ж не еда. Давай, давай. Вкусная еда, ему никто не покупает. Давай, вылезай. Где же нам найти-то эту еду? Вылезай, давай. Давай, вылезай. Вылезай. Сейчас будет прыжок на вас. Тофик, прыгай давай. Давай, вылезай. Давай. Короче, я что-то к Кипру склоняюсь. Да-да-да, вылезай. Вылезай. Ты можешь хорошенький такой. Надюш. Не хочет. Угу. Так, вот здесь тогда вот так вот. Мы его будем снимать. Тогда вот так вот. Не ктусь все. Сайкл вообще-то. А? Ой. Вообще-то сайкл. Сайпрус? Да. Вот так вот мы его снимать будем. Женщина. А как Крым? Кремия? Шиша, вылезай. Смотрите, какой у него домик. Как грызун. Шишка. Он, смотрите, какую дырку прогрыз. Ужас. Туда он прорезает.